Так, будьте добры, ваш паспорт. Так, уведомление остается у вас. По правам, по обязанности. Все ясно. Все пока на текущий момент, да? Все замечания, дополнения вы излагаете. Мы будем вносить, заносить протокол. Я не думал, что такая мелочь вызовет такой резонанс. То есть я правильно понимаю, вы, ну так скажем, раскаиваетесь в том, что вы... Да, я был неправ. Вы были неправ, да? И впредь намерены соблюдать действующие законодательства, в том числе касаемо режима самоизоляции. Да, да. И все связаны с этим нормативно-правовым актом.